Так, всем привет из не солнечной долины Калифорнии, а из Сан-Диего. Вот мы приехали в магазин. Это магазин, который продает все танцевальные принадлежности. У меня есть там видео, что Соня у меня ходит на балет. Ну, как на один из классов, один из танцевальных классов у нее балет. И мы пытались, наверное, недели две, а может даже и три, заказать ей пуанты по интернету, но это невозможно сделать. Вернее, это сделать возможно, но невозможно угадать размеры. И все, что мы получали, все было не то, не то, и мы отправляли это назад. Вот. И, в общем-то, закончилось все тем, что вот мы приехали в Сан-Диего и решили вот просто найти здесь профессиональный магазин. Вот мы его нашли, вот так вот он выглядит. Вот все купальнички тут всевозможные. Вот, ну и сейчас вот мы уже тут находимся, наверное, минут 40, потому что девочка принесла нам столько балетной обуви, что это просто невыносимо. Вот она это все меряет и меряет и меряет, и нужно быть уверенным, что как бы эти пуанты подходят, потому что разные бренды, разное качество, разные цены, естественно. И вот, пожалуйста, вот это уже, я не знаю, это, наверное, уже 15-й, который она меряет. Бонни. Бонни с нами. Вот Бонни сильно плачет. Хочет ко мне, естественно. Вот, и вот вся обувь, в общем-то, вот так вот здесь представлена. Миллион-миллион всего. Вот такие вот у Сони тоже есть. Это для Lyrical. Вот они стоят здесь $22 на минуточку. Ну, мы купили, по-моему, за 18, что ли, долларов. Вот, ну и вот тут вот все пуанты. Вот все пуанты, цены тоже такие. Вот $69, $65, $72. В общем, такое недешевое, мягко говоря, удовольствие, конечно, но что делать. Вот, и вы будете смеяться, но лучшие пуанты, которые здесь у них представлены, угадайте, чьи? Конечно же, Russia. Лучшие пуанты сделаны в России. Сонь, ну как тебе? Вот эти тебе нравятся? Это вот те, которые ты выбрала? Вот она говорит, что ей больше всего эти нравятся пуанты. Посмотрим. Я не знаю сейчас, сколько они стоят, но там, оказывается, к этим пуантам надо еще столько всего. Боже мой. Еще такие. Покажи, Соня, сними. Покажи. Нет, эти. Такие гелевые, как носочки, да? Чбони! Гелевые носочки. Потом еще какие-то пластыри, чтобы пятки, в общем-то, не слетали. Еще море всего. В общем, мы когда сейчас определимся, я еще расскажу, на чем мы остановились и сколько нам за все за это мы заплатили, вернее. Вот еще вот мне она мерит, будет сейчас сравнивать и уже определяться. Итак, в общем-то, мы вышли уже из магазина, и вот что мы купили. Мы купили вот такие пуанты. Сейчас мне одной рукой не очень удобно, но не важно. В общем, вот так они выглядят. Настоящие профессиональные пуанты. В общем, Соня выбрала именно этот бренд, потому что она их перемерила. Там сколько, Соня, ты перемерила? Я не знаю. 30. Штук 30, наверное, она их перемерила. И выбрала вот именно вот этот бренд, потому что ей удобно. Вот тут широкая коробка, как она говорит. В общем, не важно. В общем, вот это вот она выбрала. Значит, стоит... Left turn. Right turn. No, it said left, then right. Oh, really? В общем, стоят эти... Oh, there it is. Ага, стоят It's эти... Right there. Okay. Стоят эти пуанты, вот, $60. Ну, естественно, к ним еще... Вот такие вот гелевые, как правильно, Соня, они называются? Короче, поддевать под пуанты, такие как носочки, да, там, ну, на носок. В общем, все меня поняли.
я не знаю, как это правильно называется, вот, стоят они 14, ну, 15, да, можно сказать, долларов, вот так вот они выглядят, вот, ну, естественно, ко всему к этому, там, нужно пришить к пуантам ленточки, резиночки, в общем, вот это вот все, ну, и, конечно же, как Соня могла не удержаться, не купить себе сеточку, да, для пуантов. В общем, короче говоря, конечный результат, честно говоря, меня совсем не порадовал, потому что вот цена, вот. Видно, нет? Вот. Окей, в общем, вот там с нами еще разговаривает навигатор. Вот, в общем, короче говоря, цена вот такая вот, $95 у нас получилось. Это с таксом, да, уже? Ну-ка. Да, это с таксом, $95 цена. Вот такое удовольствие дать ребенка на балет. А кому интересно, еще посмотрите, у меня там есть видео, сколько стоит балет, как, сколько стоит костюм и все остальное. Вот, так что Соня счастлива. Сонь, я сейчас я ее покажу. Ты где? Нет. Ты счастлива? Да. Да, она счастлива. Да. Ну все, всем пока. Соня добилась. Соня добилась своего, да. Соня всегда добивается своего. Соня сказала, что она теперь будет Анной Павловой, да, Соня? Да. Да. Все, всем пока, всем удачи.